Улучшить свое материальное положение хотел бы каждый человек. Сделать это довольно-таки легко. Некоторые расценивают это как магию. Но большинство не верит в ее существование, поэтому и не получает нужного результата. Когда вы проводите ритуал, заговор или какой-то обряд, то вы ставите перед собой какую-то конкретную цель. Верите в это искренне, проводите эту процедуру, и у вас все сработало. Без веры ничего не будет. Скептики могут закрывать это видео и дальше не смотреть. Заговор на сахар на деньги относится к более распространенным и востребованным ритуалам, и эффективность которого подтверждена позитивным опытом тысяч людей. Ритуалы с сахаром проводятся очень просто, а собрать все необходимые атрибуты не составит труда. Специально для вас я изучила самые свежие и действенные заговоры. И эта информация гарантированно принесет вам деньги. И все, что вам нужно, это досмотреть это видео до самого конца. Приветствую всех, с вами Елена Макаренко. С вас подписка, лайк и комментарий. А с меня интересный контент для вас. Кроме того, испокон веков сахар считался признаком достатка и богатства. Да и сегодня сахар напрямую связан с деньгами. Ведь любые колебания на валютном рынке сразу сказываются на стоимости рафинада. А вообще бытует такое мнение, что соль, когда рассыпается, это к несчастью. А вот если сахар рассыпать, к финансовому успеху. Более того, если одновременно рассыпали и соль, и сахар, то человеку скоро стоит ожидать большие финансовые вливания. Заговоры на сахар на деньги достаточно просты. В первую очередь нужно выбрать день для проведения ритуала. Лучше всего это сделать ночью в новолуние. И очень хорошо, если новолуние выпадает в среду, так как именно этот день является самым благоприятным для привлечения финансов. Сильный заговор на деньги на сахар проводится следующим образом. Нужно ночью зажечь 3 церковных свечи, положить между ними купюру крупного номинала и в течение 7 минут наблюдать за свечами, периодически переводя взгляд на банкноту. Здесь очень важно четко визуализировать, как к купюре присоединяются другие деньги разных номиналов. Затем купюру можно посыпать сахаром, так, чтобы сверху оказалась небольшая горка, и прочитать следующие слова. «Сладка жизнь моя, как сахар сладкая, деньги есть у меня, да все как пчелки разлетелись, зови денежка своих подружек, пусть на сахар летят, да в доме моем остаются, богатым быть хочу, сахар в жертву даю, аминь». После свечи нужно потушить, а купюру оставить под горкой сахара на 3 дня. Через 3 дня ее нужно обязательно потратить. Когда купюры будут рассчитываться, нужно про себя сказать: «Лети денежка к подружкам, да ко мне возвращайся с ними на сладкий сахарок». Важное условие. Рассчитываясь заговоренной купюрой, не нужно жалеть и экономить деньги. Чтобы деньги водились, нужно потратить заговоренную купюру с радостью и легкостью. А лучше купить на эту купюру то, о чем больше всего мечтали. Не забывайте делиться этим роликом со своими друзьями. Возможно, эта информация сделает их хотя бы чуточку богаче. А также обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о моих новых видео на канале. Успехов вам, богатства и процветания! Пишите комментарии и оставляйте вопросы под этим видео, и тогда это будет следующая тема моего видео. Всем пока! С вами была Елена Макаренко. Ты можешь стать богаче!